Уфу с визитом посетила заслуженная артистка России СССР Римма Васильевна Маркова. Пресс-конференция прошла в новом пресс-центре газеты «Бонус». Как многие знают, Римма Васильевна является не только актрисой, но и активистом партии «Справедливая Россия». На пресс-конференции она обозначила свою позицию по поводу смертной казни, правящей партии, а также места культурного человека в современном мире. Во-первых, я за смертную казнь. Это мое личное мнение. Потому что если хоть два или три человека остановятся, прежде чем воровать миллиарды, патриотизм, я люблю эту землю, люблю ее до потери сознания, люблю наш народ, который все время выясняет, как, чем вот отличается российский народ там от у нас душа. У нас душа, а там души нет. Россия всегда была духовной крепостью для всего мира. Какие у нас писатели: Пушкин, Лермонтов, Чехов, Гоголь, Толстой. Сейчас, к сожалению, дети наши уже не сумели сохранить то, что завоевало мое поколение. Ни право на труд, ни право на медицинское, так сказать, обслуживание, ни право на образование. И уже сейчас образование сделалось элитным, нужно платить. Из чего? Наша культура настолько высока, что гораздо больше делали представители культуры, чем дипломаты. Я уповаю на молодых. Я сама старая, но старых не люблю. Вот потому что они претензии, понимаете, народные мстители, вот мстить. Кому? Кому? Перефразируя классика, артист в России больше, чем артист. И Римма Васильевна Марковна – живое тому подтверждение. Сергей Бархатов, Сафар Бахышев, телеканал ЮТВ.